Всем привет! Вы на канале Бумажные обзоры, и мы продолжаем нашу распаковочку сюрпризов. Сегодня заканчивается коллекция «Все для кролика». Откладываем. Я сделала новую коллекцию, это «Король Лев». Посмотрите, какие тут пакетики, они разные, чтобы было интересней. Давайте все рассмотрим. Здесь вот такой силуэт, вот такой пакетик и вот такой. Давайте выберем. Люкуся сейчас поможет выбрать какой-нибудь один. Выбираем. Вот он. Хорошо. Так, будем ложить сюда отобранные пакетики. Дальше киндер-сюрприз. Это наша предыдущая новиночка, которая была в прошлый раз. Ой. Выбираем. Даша-путешественница. Осталось два пакетика. Этот откроем. Далее опять на Чейз Фредди какой откроем. Хорошо. Породы собак осталось два. И в следующий раз мы их закончим. Деньги. Еще много пакетиков. Еще пять. Выбираем. И кот Саймона. У нас вот такие пакетики. И Вика выбрала эту. Давайте посмотрим, какие же пакетики сегодня на у нас на распаковочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот такие 7 пакетиков. Мы приступаем. Вот мой каталог. Первым делом, какая у нас тут первая коллекция. Это мы уже собрали. Кто не видел, можете посмотреть. И вот наша коллекция «Все для кролика». Открывай на камеру, чтобы зрители видели, что ты там открываешь, что тебе попадается. Это вот такой сенник, куда складывается сено для кролика, чтобы он потом кушал его. Давайте приклеим. Приклеим вот сюда. И мы собрали эту коллекцию. Коллекция готова. То есть здесь была поилка, игрушка, тарелочка для еды, морковка, туалет и сетка для сена. Продолжаем. Даша путешественница. Люкуся уже приготовила пакетик, и попадается нам вот такой лис, жулик. Это тоже стикер. И вот есть хвостик. Хвостик на хвостике. Приклеиваем. Так. Клеим его. Я не посмотрела, какой у него номер. А, номер здесь. Номер 6. Клеим вот так. Чуть пониже, чтобы вот это вот заклеить. Ну, уже, наверное, не отклеится. Пусть... Может, и отклеится. Ну, а пониже наклеить. Пускай уже, наверное, так. В общем, не получилось у меня уже отклеить, потому что рвется уже наша картинка. Дальше. Давайте продолжать. Мастера меча онлайн мы уже собрали. Тут было всего 4 персонажа. И вот такие вот они получились, на мой взгляд, симпатичные. Надеюсь, вам они тоже понравились. Вы столько мне говорите сделать заказов, столько тем интересных предлагаете, что хочется все успеть, но, к сожалению, не все так быстро делается. Люкуся уже открыла породу собак. Это вот такая собачка нам попалась. Так, здесь без номеров. Кстати, свои комментарии оставляйте в сообществе, либо под видео, где есть, где остались комментарии. Это поздравительные видео на этом канале. Так, это у нас кокер-спаниель. Люкуся открыла уже. А это было как? Название. Это была немецкая овчарка. Вот, посмотрите. Питбуль, пудель, кокер-спаниель, хаски. И последняя осталась, которую мы откроем уже в следующий раз. Так что, ребята, оставляйте комментарии в сообществе. Я, возможно, оставлю ссылочку, где можно оставить комментарий. Можете просить там приветики. И, кстати, они будут в конце этого видео. У нас в конце каждого видео приветы. А теперь кот Саймона. Вот такая страничка, где мы уже двух котиков нашли. И сейчас найдем третьего. Открывай.
Вот такой нам попадается котик с такими милыми глазками. И он под номером... Так, сейчас. Под номером 1. То есть вот на этом верхнем, на этой верхней лапке. Все, молодец. Вот такие котики нам попались уже в этой коллекции. Далее коллекция деньги. Уже 2 предмета с этой коллекции мы открыли. Сейчас будем открывать следующий. Здесь была копилка и кошелек. А тут у нас вот такая золотая карта. Посмотрите, даже в короне. И с мордочкой. Да. Сейчас мы ее отклеим. И приклеим на любой знак вопроса. Так. Хвостик я не оставила. Отклею за кадром, чтобы вас не мучить. Вот, нашла я хвостик. Отклеиваю его. Вот. Клей на любой знак вопроса. Да, можно. Хорошо. Вот так вот у нас получилось. И мы продолжаем. Теперь коллекция 5 ночей с Фредди. Мы уже нашли зайчика и уточку. А в этом пакетике найдем еще кого-нибудь интересненького. И это у нас вот такой мишка. По-моему, это сам Фредди и есть, если я не ошибаюсь. Номер у него 3. Тут тоже, по-моему, без хвостиков. Вот. Я нашла. Вот, циферка 3 сюда. Вот так вот мы наклеили. Подожди, Викуся. Переворачиваем. Здесь у нас киндер-сюрприз. Открывай. Нам снова попадается обычный киндер, не редкий, то есть не вот этот. Это девочка Смурфетта, по-моему. Вот такая вот голубенькая. Кстати, мне заказывали коллекцию смурфиков, и я, наверное, ее постараюсь тоже сделать, хотя заказов очень много. Но давайте же наклеим скорее эту девчонку на номер 1, то есть вот сюда. Я думала, нам попадется вот этот необычный. Ну ничего, ждите следующих выпусков, чтобы увидеть, кто здесь будет. А теперь новая коллекция. Это наш король лев. Вот такие две странички, посмотрите. Вот одна и вот вторая. То есть тут будет аж 8 персонажей. Давай, Викуся, открывай. И тут нам попадается вот такая обезьянка. Я уже подзабыла имена, поэтому если знаете, напишите в сообществе. Так, где-то здесь я оставляла краешек, чтобы можно было отклеить. Или, наверное, может, забыла. Так. Кстати, давайте посмотрим на номер. Это номер 3. Вот, наконец-то. Викуся, наклеивай вот сюда, в это окошечко. Вот такой первый персонажик открывает нам эту коллекцию. Ее мы будем открывать аж 8 выпусков, то есть 8 пакетиков. Теперь, конечно, остались приветы. И они в таком блокнотике. Итак, можете, кстати, тоже поставить на паузу, кто просил в предыдущих видео комментарии. И вот все приветы из прошлых видео. А сегодня, сегодняшние приветики начинаются вот отсюда. Вот черненьким написано и дальше. Поздравляю вот эту мою подписчицу. Ее, по-моему, зовут Ксения из России, если я не ошибаюсь, под таким ником. Поздравляю тебя с днем рождения и передаю тебе приветик. И всем, у кого сегодня день рождения или у кого он был вчера, я тоже вас поздравляю. И желаю всего самого-самого наилучшего. Ну а теперь на этом, ребята, я с вами прощаюсь ненадолго. Я надеюсь, скорее всего, послезавтра будет следующее видео, потому что каждый день я пока не успеваю делать. И будет новая коллекция. Может быть, одна, может быть, две, смотря сколько я успею. И я жду ваших комментариев в сообществе. Также подписывайтесь на наш канал Smart City и город, который был город у моря раньше.
и поздравляю и желаю. Там вы тоже можете оставить свои комментарии. Эти каналы у меня ссылочки в интересных. Думаю, вы знаете, где это. Ну а теперь пока-пока, до новых встреч. Всех вас люблю.